Веселый, интересный собеседник, отличный рассказчик, наделенный немалым и очень зорким умом. Он прекрасно владел богатым русским языком, все русское знал и чувствовал, как очень немногие, вспоминал Иван Бунин. 130 лет назад, 10 января 1883 года, родился Алексей Николаевич Толстой. Писатель, поэт, драматург и публицист. Создатель яркого образа Петра I и трилогии «Хождение по мукам». Автор детской сказки «Золотой ключик» и фантастического романа «Гиперболоид инженера Гарина». В литературном мире его знали все, только приставку перед его именем одни понимали как граф, другие как гражданин.